Знаете, я вам приведу пример. Конечно, это дети. Вот в данном случае о дочке. Ну, все мы понимаем, да? Вот эти вот заезженные фразы, когда у тебя появляется ребенок, все мы это знаем. И ты меняешься, и у тебя восприятие мира меняется. Все это ты понимаешь, все это ты осознаешь, пока там вживую не ощутишь. И ты понимаешь, ух, как правильно люди говорили. До этого вот так, да, я слышал это, как правильно говорили, но почему я это не осознавал?